Грабители, которые напали на инкассаторов, задержаны в Акмолинской области. Их добычей стали 14 миллионов тенге. Как выяснилось, налетчики ранее сами работали инкассаторами в этой же фирме, поэтому знали и график, и маршрут движения. Ограбление было спланировано заранее. Подкараулив инкассаторскую машину в одном из аулов, грабители в медицинских масках проникли в салон. Угрожая бывшим коллегам пистолетом, потребовали отдать все деньги. Позже задержанные признались, что украденное спрятали в тайнике на берегу реки Нура. В настоящее время продолжается проведение следственных мероприятий, отрабатывается причастность и других лиц. На период следствия фигуранты арестованы и водворены в изолятор временного содержания.